первое чтение уже прошли изменения в существующий региональный закон о порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств в Республике Башкортостан. Теперь сотрудник ГИБДД, составляющий протокол, должен присутствовать на месте нарушения до начала эвакуации автомобиля на спецстоянку. Изменения с обязательным присутствием должностного лица стали необходимы в связи с недавней поправкой, которая предписывает прекращение эвакуации автомобиля на месте задержания транспортного средства в присутствии владельца, если причина задержания устранена до начала движения эвакуатора.